Всем привет! Итак, сегодняшняя тема – открытие эко-лавки BioSea, эко-магазина BioSea на базе бюро компании BioSea. Меня зовут Елена Коваленко, я бриллиантовый директор компании BioSea, я партнер этой компании вот уже 3 года. И нахожусь также в звании открытый премиум бриллиантовый директор компании. И сегодняшняя наша тема это бюро BioSea, эко-магазин натуральной органической косметики из Франции. Также к нам присоединилась компания Джафра, это американская люксовая косметика. И как организовать свой линейный бизнес, стать первым в своем регионе. Итак, вот картиночки тут я показываю наши эко-лавки. Вот такие вот эко-лавочки можно открывать, кому не видно, да, потом можете ко мне обратиться, я скину очень много фотографий. То есть эко-лавочки можно открывать, создавать свой собственный стиль в любом совершенно городе, в любом населенном пункте. Это не обязательно должен быть даже город, это может быть поселок, село, все что угодно. То есть там, где вы хотите открыть свой собственный эко-магазин, эко-лавочку, там, пожалуйста, и открывайте. То есть условия для всех одинаковые. Но в чем плюс? В том, что каждый, кто мечтал создать свой косметический бизнес, он может это сделать уже сейчас, и условия у нас шикарные. Очень классные условия для открытия таких вот розничных магазинчиков. Да, вот еще примеры наших магазинов различных. Магазины можно делать где угодно, в торговых центрах, где-то в спальных районах, в центральных районах, то есть там, где вы считаете это нужно. Но большой плюс, что это будет не только эко-магазин. Сейчас я вам расскажу, что это за такой интересный бизнес у нас. Но, наверное, вам интересно знать, где же деньги в данном бизнесе. Надо не забывать, что все-таки компания BioSea это в первую очередь MLM-компания, это сетевой бизнес. И в чем плюс? В том, что вы открываете и линейный, и сетевой, то есть два в одном. Не все компании могут этим похвастаться, то есть в основном везде ты имеешь право работать только, строив бизнес сетевой, бизнес MLM. Здесь же ты еще, если хочешь открывать свой магазинчик, это очень круто, эко-лавочку такую любого размера, как тебе это нравится, как тебе это хочется. Так вот. Мы возьмем среднюю директорскую квалификацию, да, то есть в каждой сетевой компании есть какой-то определенный первый лидерский уровень. Директорская квалификация в нашей компании всего лишь 5000 баллов. Если взять в рублях, то это 147 500 рублей. Да? Согласитесь, если сравнивать со многими другими компаниями, это очень-очень маленький уровень товарооборота. В таких компаниях ты должен сделать в 2 раза больше товарооборот, чтобы выйти на первый уровень. И компания дает директору, то есть первому уровню, 1000 евро плюс еще бонусом. Так вот, если ты выполнил эту директорскую квалификацию и решил открыть еще и бюро, что такое бюро? Бюро – это точка в твоем населенном пункте, в которой ты можешь, первое, обслуживать дистрибьюторов, да, второе, проводить различные мероприятия, и третье, еще добавить туда эко-лавку, магазин, где ты будешь в розницу продавать продукцию. Так вот, например, ты вышел на этот уровень директорской квалификации, твой оборот 147 500 рублей. Прибыль с бюро, только с бюро, только с того, что ты будешь обслуживать дистрибьюторов. Я про розницу еще не говорю. На самом начальном вот этом уровне 14 750 рублей. Также сервисный сбор, который платят вам люди за обслуживание, 4 425 рублей. Итого доход бюро 19 175 рублей.
да? Средний заказ 140 баллов у нас, это всего лишь 35 заказов в дистрибьюторе. Всего лишь 35. Это вполне за месяц сделать вообще на самом элементарном маленьком уровне. Также есть акции, подарки, все это ты получаешь. И не забудем выплаты по маркетинг-плану. Так вот, идем дальше по выплатам. Значит, 19 175 рублей для тех, кто открыл город, открыл бюро первое в своем населенном пункте, ну и второе, третье тоже. И если ты открываешь еще на базе бюро эко-магазин, то ты имеешь плюсом торговую наценку 50%. Итак, мы берем этот директорский уровень, 147 500 рублей, и прибавляем 50%. То есть, если ты на эту сумму продаешь товар в магазине, то получается 92 925 рублей. Да? Это вот второй уровень доходов твой. То есть, ты заработал с того, что ты обслужил дистрибьюторов. Ты продал также в розницу, да, товар, допустим, на такую сумму. Потом, акции, подарки. У нас компания дарит очень много подарков. Ну, ты делаешь заказ, да, и на половину этой суммы еще подарки. Эти подарки можно продать, так, косметика, да, соответственно, наша. То есть эти подарки можно продать также в вашем эко-магазинчике, в вашей эко-лавке. Естественно, заработать денег, да, тут получается 100% наценка. И не забываем, что вы еще получаете по маркетинг-плану, как сетевик, 26 тысяч рублей приблизительно, да, за директорский уровень, плюс 1000 евро вы получите премии. Я все это сложила и поделила помесячно, и получилось у нас в месяц доход, на который может выйти первооткрыватель такой эколавки, собрав все вот эти привилегии, 124 тысячи рублей. Да, но это где-то 2000 долларов дохода. Это в начале открытия вашего бизнеса. То есть это то, что можно здесь получить, открыв как раз-таки вот нашу эко-лавочку. Да, то есть еще раз напомню, наша тема это эко-лавка BOC и бюро BOC. Два в одном. Поехали дальше. Также сейчас компания подготовила для тех, кто только решил открыть свое бюро или эко-магазин, вот такую классную акцию. Если вы 3 месяца подряд делаете 100 тысяч рублей оборота, то еще ко всему остальному получаете в подарок набор продукции для вашего бюро на сумму 30 тысяч рублей по ценам каталога. Причем вы можете сами выбрать, какую вы хотите продукцию заказать. То есть, если у вас это эко-магазин, то вы еще на 30 тысяч продаете, да, этот товар и ложите эти 30 тысяч рублей себе в карман на мелкие расходы. Классная акция, правда ведь? Нравится вам она? Вот если открыть магазин, еще получать такие подарки. То есть, если вы, например, открываете обычный магазин косметики, вот этого всего вы не получите. Вы будете просто получать свою торговую наценку. А все остальные привилегии, так как эта компания не сетевая, вы получать не будете. А здесь у вас есть несколько видов дохода. Понимаете, в чем огромный плюс? И огромный обширный ассортимент товаров. И компания BOC, компания Jafra, она дает огромный ассортимент, и вы можете выбрать любую продукцию, которую вы хотите продавать. Да? Все знают, что у нас, кроме декоративной косметики, полностью уход за лицом, у нас есть аппарат микродермабразии, у нас есть линейка детская, мужская, линейка шикарная для тела, моющие средства для дома, все экологически чисто. И также шикарная ювелирная бижутерия, покрытая золотом и с камнями Сваровски, полудрагоценными камнями. Вот такой вот у нас хороший, огромный ассортимент, то есть более 500 тысяч наименований, которые можно продавать. Ассортимент постоянно расширяется. Все производство Франции. И именно эта продукция, она продается очень хорошо, и так как она еще
рынок не переполнен, ваш магазин может быть первым и уникальным. Давайте еще раз подумаем, какая же в сетевой компании есть вообще, какие в сетевых компаниях есть возможности, и чем мы отличаемся от многих других сетевых компаний. Модель бизнеса, возможность напрямую заказывать продукцию в компании, это у всех есть, возможность зарабатывать на розничной наценке, получение вознаграждения за работу с привлеченными дистрибьюторами, а наша компания еще дает возможность открыть бюро плюс эко-магазин BSC, то есть это розничный бизнес, и вы можете это тоже предлагать людям. Хочу сказать, что я начинала как раз открытие таких магазинов и видела, что прибыль замечательная, получили хороший доход, а сейчас я стала заниматься франчайзингом. То есть я предлагаю людям открыть эти магазины по всему миру. И уже в нашей команде, команда наша называется Freedom Style, да, свободный стиль, у нас уже более 30 магазинов по всему миру. И каждый из вас может быть следующим. Давайте я подробнее немножко расскажу условия открытия. Что такое вообще бюро? Бюро BSC – это территориальное бюро обслуживания дистрибьюторов BSC, открытое компаньоном, действующее в соответствии с принятыми в компании стандартами. То есть у нас есть определенные стандарты, у нас есть документы, да, то есть все официально. А компаньоном является индивидуальный предприниматель или юрлицо, зарегистрировавшее на свое имя бюро BSC и подписавшее с компанией договор на обслуживание дистрибьютора. То есть можно обслуживать дистрибьютора, плюс добавлять сюда розничный магазинчик. Да? То есть, став компаньоном, вы имеете возможность повысить эффективность работы своей команды. То есть вы можете сначала прийти, создать команду в своем городе, онлайн, пожалуйста, как угодно, любыми методами, которые существуют, которые представлены в нашей школе. Пошаговая система у нас, кстати, своя есть, которая дает шикарные результаты, вот такие вот быстрые. И организовать бесперебойные поставки продукции, да, то есть люди будут у вас обслуживаться через вас в вашем городе, в вашем районе, в вашем населенном пункте, регионе. Зарабатывать на организации обслуживания, обеспечивая дистрибьюторов BSC продукцией, можно не только свою структуру обслуживать, а и других людей, структуры других людей. Организовывать на территории бюро тренинги, презентации, обучать дистрибьюторов, да, то есть делать всякие классные мероприятия интересные и обучать других людей. Что еще? Максимально реализовать свой предпринимательский потенциал, создав собственный бизнес. Вы знаете, не так легко открыть на самом деле свой бизнес, свой магазин, косметики, нужны огромные вложения. Здесь таких огромных вложений не нужно, и ты действительно можешь самореализоваться. Многие женщины мечтают о магазинах собственных косметики, и они, конечно же, хотят их открыть. И таким образом человек может самореализоваться именно как бизнесмен, предприниматель, как личность. Это очень круто, потому что у нас многие девчонки раскрываются, они всегда мечтали открыть какой-то свой бизнес, но не знали, что им сделать, да, потому что, ну, не было таких возможностей. И вот компания дает возможности, то есть став нашим партнером, получив полностью все руководство пошаговое, как это сделать. Здесь за вас делают все, вам ничего делать не нужно, кроме как открыть ИП и выполнить определенные условия. Всем привет-привет, да, отвечу на вопросы потом обязательно. Принимать участие в бонусных программах, получать достойное вознаграждение и подарки. То есть бонусная программа, я вам рассказывала, да, 30 тысяч, подарок 30 тысяч от компании косметики. Также очень много различных бонусов именно от компании вам, так как вы закупаете продукцию, да, как дистрибьютор. У нас очень много подарков, куча акций, просто они одна за одной идут, да. Я не говорю уже о поездках, о круизах, то есть все, что в нашей компании есть, квартирная программа, автопрограмма очень легко выполняемая. Вот у меня скоро будет автомобиль, о котором я мечтала раньше, и вот я очень быстро могла от компании получить. В сентябре уже забираем его с автосалона. Снимем обязательно видео. И вот каждому из вас есть возможность это все получить от компании. И открыть на базе бюро собственный магазин косметики. Все это можно у нас
получить. Давайте же подумаем, какие бонусы и привилегии. То есть скидка на продукцию до 15% в зависимости от товарооборота бюро. Я знаю, что многие компании за открытие офиса дают 4-6%. Да? У нас та же работа, но до 13% дается. Это очень хороший процентный уровень, да, и плюс, девочки, плюс ко всему можно в розницу продавать. Это очень круто, правда? Да, девчоночки, я вижу, что вы поддерживаете, вы рады этому, да. Участие в специальных бонусных программах для бюро я уже рассказывала, и возможность планировать складские запасы, получать дополнительную прибыль. Еще один вид дополнительной прибыли. Например, если продукция в каталоге стоит, ну, к примеру, 300 рублей, да, а в следующем каталоге она стоит 500, вы можете в этом закупить себе на склад и продавать уже ее за 500, то есть еще плюс один вид дохода есть. То есть, ну, тут можно зарабатывать шикарно, очень шикарно. Причем быстро, да, и я знаю, что открывают очень многие виды бизнеса, рестораны, магазины, начинают зарабатывать только через год. Здесь заработок идет намного быстрее, практически с первого месяца вы уже зарабатываете. Итак, если вы уже зарегистрированы в нашей компании, регистрация у нас бесплатная, без каких-то паспортных данных, то вы можете зайти уже в личный кабинет. Да, если кто еще не зарегистрирован, обращайтесь, конечно, ко мне, я вам это без проблем помогу сделать. И находите там в разделе «Бизнес-информация», раздел такой «Бюро BOC», «Основная информация». Туда заходите и читаете все полностью, там пошаговая инструкция, как открыть свое бюро. Единственное условие – обязательно регистрация в качестве ИП или юрлица. Ну, это естественно, потому что это официальный бизнес, вы будете заключать договор, да, купли-продажи с компанией, как закупщик товара. То есть это нужно обязательно. Это не игрушки, это серьезный бизнес. И все у нас согласно юридическим законам Российской Федерации, и не только Российской, потому что у нас компания в 8 странах уже. Да, и всегда надо заключать договор, если ты хочешь открыть бюро. Это понятно. И условия, девочки, очень, и парни, да, очень легкие условия. Почему? Потому что действительно ни в одной другой компании я не видела таких условий. Специально ходила, интересовалась, узнавала. Выполнение условий, статус компаньона не ниже 18%. Экомагазин, если вы хотите открыть, да, вам главное условие для открытия бюро выполнить. И все. И вы уже выполнили условия для открытия эко-магазина автоматически. 18% – это 3600 баллов. Это где-то 100 тысяч рублей, и вам надо сделать товарооборот для компании. Это вообще мизерный товарооборот, чтобы вам дали разрешение открыть представительство в своем городе, быть уникальным представителем. 15 человек всего лишь должно быть дистрибьютором в вашем городе, в вашем населенном пункте, в городе, поселке, деревне, где угодно. И командный оборот в данном населенном пункте 3000 баллов должно быть, да? То есть 3600 у вас должно быть в общем, и 3000 из них в вашем городе. Пишите заявление, которое находится, опять же, в личном кабинете, скачивайте, пишите заявление, запрос на открытие бюро. Ваши документы рассматривают сейчас буквально в течение недели рассматривают документы, потому что компании выгодно, естественно, помогать быстрее, чтобы открывали бюро, быстрее начинали свой бизнес люди, то есть делать это в течение недели. С вами связывается сотрудник компании, проконсультирует вас, ответит на все вопросы, и вы заключаете договор. Все, у нас все предельно просто, и ничего сложного нет. У вас, вы хозяин своего бизнеса. Также вы можете потом, когда у вас уже будет опыт, искать людей по всему миру, которые тоже хотят открывать такие эко-магазины, бюро, представительства. Это уже будет франчайзинговый бизнес, да? То есть вы обучаете бесплатно людей, как это делать, как открыть магазин, радуйтесь их успехам, радуйтесь тому, что вот у них уже первый магазин, то там и второй, и третий, и открывайте регион. У меня сейчас очень много регионов хороших открывается, мои девчоночки.
есть и парни, да, которые открывают, есть семейные пары, и очень успешно в нескольких странах и городах, вот Беларусь, и сейчас девчонки там почти в каждом городе уже, нет, еще много пустых городов, но они уже буквально за год очень много открыли таких магазинов, Казахстан начал открывать, в общем, делайте, спасибо, Хида, спасибо за комплимент. Теперь можно задавать вопросы по теме, да, я обязательно на них отвечу, обязательно.